Всем привет, ребятки! С вами погнали! Let's play! Мы продолжаем проходить игру «Как стать соседа 3» в офисе. Погнали! У вас последний уровень второго сезона. И нам, чтобы перейти на следующий сезон, нам понадобится опять пройти все уровни на отлично. У меня все еще один уровень не пройден, у меня на отлично. Но я его пройду без видео. То, что я о нем видео уже выложил. Вот буквально только что я выложил. Вот. Ну. А потом мы с вами плавненько так закончим третий сезон. Ну, не буду восстановить, давайте мы начнем. Секретарь ушла в декрет, и теперь эту почетную должность занимает наш любимый коллега. Что ж, мы-то постараемся, чтобы он не скучал. Конечно, постараемся, повеселим давайте нашего соседушку. Я сразу извиняюсь, если у меня будет что-то с голосом, если... Я извиняюсь, то что у меня... Ну, я, конечно, заболел я немножечко. Ну, так... Наш соседушка, где он? Он сейчас у начальника, да? Угу. Давай возьмем сумочку. И стол обыщем. Да, кстати, это правда, да. Про женскую сумку это правда. То, что немного чего есть. Так. Угу. Идем сюда. Так, телефон. Ага. Давайте ящики посмотрим. Вот. Да, блин. Он сюда идет. Ой, нет. Сейчас мы чуть не тупанули. Собой. Все. Я даже знаю, куда можно его приспособить уже. Я представляю, что будет. Ставить эти тушители в кулер. Дайте совадется без смертельного исхода. Да блин, я представляю, как это смешно будет. Представляю. Измажем помадой кружку соседа. Конечно, измажем, почему бы и нет. Ха. О, блин, Сашка идет сюда. Блин, где он? А, вот он. А то я уже испугался, что он внизу где-то. Так, все нормально? Подаваемся. Идем сюда. Так, телефон надо клеил. Я думаю, нашему Сережке очень понравилось то, что мы сейчас сделали. Ха. Кто очку на стул ему подложил? Ха, теперь этот стульчик не очень удобный. Ха-ха-ха. Фух. Я сейчас чуть не облажался. Фух. Потому что я, блин, туда сейчас пошел в ту сторону. И увидел, что соседушка идет. Я сейчас бы мог... Очень легко спалиться. Ну не спалился. Вот сейчас соседушка такой. Сел. Там на стуле кнопочка. Что он застыл, как статуя? Давай трубку бей. О, там такой болтает, такой там с кем-то. Да, хорошо. Пока. Ты телефон. Ты че меня не отпускаешь, телефон? Приносит начальнику своему отчет. Начальник ему такой. Так, спасибо тебе, братан, за твой отчет. Спасибо тебе огромное. А теперь иди отдыхай. И сейчас будет самый, наверное, смешной пранк, наверное. Это только может быть в этой серии.
представляю, что сейчас будет. Сейчас попробую тебе налить водички, а и там педа для недушителя в него вольется. Не представляю, сейчас с этого получится. Блин, вот это дела, вот так вот это все. Вот так. Вот у нас скоро будет третий сезон, тоже будем проходить. И мы с вами начнем его проходить уже в следующей серии, дорогие друзья. А пока что я сейчас вырубаю запись и буду проходить вот этот вот уровень на все 100%. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и можете даже посмотреть мое предыдущее видео по этой игре. Оно как раз таки про эту серию будет, и оно будет где-то здесь в углу экрана. Всем удачи и пока-пока.